Продовжуємо наш інформаційний ефір, але, в принципі, з присмаком свята, звісно ж, подвійно насамперед. Розбиратимемось надалі, що змінилось в Одесі за цей рік. Зазначу, що майже рік тому в Одесі обирали міського голову та склад Одеської міської ради. До другого туру вийшли Микола Скорик та Геннадій Труханов. Останній отримав перше місце, за нього проголосували 38% навіть не одеситів, а тих, хто прийшов на вибори, там досить смішна цифра. Однак чинному меру не вдалося повторити успіх минулої виборчої кампанії. Я нагадаю, 5 років тому Труханова обрали одразу ж у першому турі. Він мав 52% підтримки громадян тоді. Вперше Геннадій Труханов очолив міську раду Одеси у 2014 році за результатами позачергових виборів. Звісно, одесити хочуть жити в місті можливостей, які постійно розвиваються. Про те, як змінилася Одеса за цей рік, чи передумали б одесити, якби обирали міського голову просто зараз? Які були очікування містян щодо покращення рівня життя в Одесі і наскільки вони виправдалися? Поговоримо з Володимиром Корнієнком, депутатом Одеської міської ради. Володимире, вітаємо. Зі святом вас, Дня міста. І вас також з праздником всіх одеситів, зрителей телеканалу «Одеса Лайф», всіх тих, хто сьогодні відмічає день рождения нашей Одесы мамы. Вас также с праздником, у вас годовщина, год, как открылся отличный телеканал. Я вообще считаю, чем больше у нас средств массовой информации, и тем лучше. И такой у вас, действительно, вы зашли в Одессу, так взорвавшую аудиторию. Поэтому зійшли з компліментів. Наблюдаем просто за вашей работой. И действительно, как депутат, мне очень радует, что появляются каналы такого уровня в Одессе. Ну, день народження – це завжди той день, коли ми підбиваємо підсумки, дивимося, що було зроблено в минуле. І нам рік, і майже рік тому були вибори. Ось ви коли порівнюєте той період і зараз, ось цей рік, який пройшов. Що можете сказати? Що змінилося? Які позитивні, негативні зміни? Ну, вы знаете, ну, это как бы моя не первая каденция, уже вторая. И за год, ну, наверное, если смотреть с точки зрения вот развития города именно, то каких-то таких глобальных изменений бы я бы, наверное, бы не сказал. Действительно, из года в год на протяжении предыдущих 5 лет мы слышали с уст городского головы о том, что, например, если мы даже возьмем сектор там, подготовки к туристическому сезону, что из года в год мы начнем там, правильно планировать летний сезон, приводить пляжи в порядок, будем оценивать, нужно ли нам заключать договора с теми предпринимателями, которые не дают летом отдыхать одесситам, не выполняют договорные отношения, которые не соблюдают эту норму там, в 30 даже процентов на пляжах. Мы видим... Постоянно, даже в этом году, я видел несколько таких постов от экологов, от общественных организаций, от средств массовой информации, когда в море там были такие непосредственно сливы канализации. И это, конечно, не радует. Поэтому, если, например, с точки зрения туристического кейса, то в этом году мы можем проанализировать, что мы его проиграли. Потому что мы, во-первых, ну, там, если сравнить даже с тем же Львовом, проиграли кейс Арабских Эмиратов, да, когда огромное количество тысячи туристов выбрали непосредственно Львов и Карпаты вместо Одессы, а в среднем, где-то я читал, порядка 3000 долларов тратит один турист. То есть как бы Одесса бы могла бы заработать, наши бы предприниматели могли бы заработать в Одессе, ательеры, те же ночные клубы, рестораторы. То есть огромная категория. Чому, ну, згідно з цим даними, туристи обрали Львів, а не Одесу? Це все ж таки літній період, море. Как я понял, це зовсім різні регіони, різний колорит, конечно, різні особливості. Ну, как я понял, что, наверное, никто не одосужился договориться о том, чтобы наш аэропорт принимал рейсы с той стороны. Вот и все просто. Те более активные, они обратили на это внимание, ну, соответственно, те регионы заработали. Заработали достаточно большие суммы. Я общался с людьми, которые там держат отели. Они очень так успешно вклинились в этот вопрос. Ательеры там подготовили, там даже Кораны у них можно взять там на ресепшенах. Рестораторы перевели меню на арабский язык. То есть грамотно подошли к этому вопросу. Ведь турист, это человек, который приехал на время. Не значит, что он там будет жить во Львове. То есть как бы он приехал потратить деньги. И, конечно, это интересно для региона. Здесь можно сказать, что они молодцы. Здесь мы, допустим, наша городская власть проиграла. Что касается, например, финансовых доходов города, мы тоже здесь не выиграли. Почему? Потому что город взял
кредит. Взял Геннадий Труханов, взял кредит 1 млрд гривен и, соответственно, взял под определенные объекты. В этом году был закрыт Ивановский путепровод. Это в простонародье Ивановский мост, который там соединяет Овидиопольскую дорогу с городом. Серьезная транспортная артерия. Ее в этом году закрыли, говорили, что на ремонт, и часть кредитных денег должна была пойти на реконструкцию Ивановского моста. Сейчас мы видим, что этого не происходит. Угу. И кредитные деньги идут по другим целевым назначениям. Соответственно, опять-таки, одесситы, ну, как на мой взгляд, на мое личное мнение, они были обмануты. Почему? Потому что они рассчитывали, что реализуется определенный перечень работ. А сейчас есть такие предположения, что следующий кредит, который планируют взять, он будет уже потрачен на эти объекты, в том числе Ивановский путепровод. То есть одесситам говорили, что кредит необходим для реконструкции, а сейчас говорят, ну вот следующий кредит вот точно пойдет на эти работы. И этот кейс, то есть грубо говоря, а кредит это что? Это деньги, которые будут платить одесситы. Все одесситы. Ми всі маємо це пам'ятати. Володимире, лишається часу не так багато. От є така стала думка, що доросла людина не змінюється. Тобто переобрали мера, навряд чи сподівалися на швидкі зміни. Але мало б спонукати його, пана Геннадія Труханова, те, що за нього проголосували значно менше одеситів, ніж на минулих виборах, коли він у першому турі впевнено переміг з 52%. Зараз в абсолютних цифрах за нього проголосувалося менше 100 000 одеситів. Ну, це має постійно щоранку йому нагадувати, що він не абсолютний цар, король і бог в цьому місті. Є багато людей, які невдоволені, і це має мотивувати його. Чому не мотивує? Ну, мені тяжело відповісти на цей вопрос, ведь кожен політик, він, мабуть, старається показати свою роботу, щоб отримати там плюс в якомусь електоральному полі. От, допустим, якщо я сравнюю свою роботу, в 2015 році я заходив в депутати в горсовєті, за мене проголосувало 600 чоловік, то вже на минулих виборах Малиновський район надав за мене 2,5 тисячі голосів, і я зайняв перше місце серед депутатів, избиравшихся по Малиновскому району. И это нормально, это прогресс. Да, то есть, как бы, это, соответственно, радует, значит, я правильно двигаюсь и правильно провожу работы. Мэр, который, ну, зашел во второй тур, и прошлый раз он зашел с таким, знаете, с таким серьезным доверием граждан, вышел сразу в первом туре, то, конечно же, это стоило задуматься. Ведь, на самом деле, его компания, она была достаточно такой жесткой. Вот человек, который я занимался профессионально выборами, я был и когда-то и членом избирательной комиссии в свое время, я могу сказать, что вот, например, даже с теми квотами, которые у него были, большинство в избирательной комиссии, когда они блокировали избирательную комиссию и минировали ее, чтобы не успели там с Киева заменить главу избирательной городской комиссии, тогда же все же об этом помнят, какие стычки были на Краяне происходили. Когда сотрудников Краяна по информации там, со средств массовой информации просили конкретно там, голосовать, приходить на избирательные участки. Так организовывали админ, да, такой ресурс серьезный. То, ну, наверное, как политик он должен был задуматься, что что-то он делает неправильно, что люди устали от кредитов, что люди устали от того, что происходит в городе, и нужно менять, в том числе и строительную стратегию, и стратегию по здравоохранению, и стратегию по транспорту. То есть, как бы, ну, надеемся, что ситуация поменяется в лучшем. Так, и сьогоднішній привід інформаційний, це 227-ма річниця заснування Одеси. Прекрасний привід нагадати владі про її помилки. Дякуємо, що допомогли вам це зробити. Спасибо вам большое. Дякуємо, спасибо одесситам. Володимир Корнієнко, депутат Одеської міської ради, щойно був із нами. А зараз буде Катерина Фуглевич. Вона продовжує спілкуватися з цікавими гостями, які не лише розповідають про своє зіркове життя, а й дарують музичні подарунки. І ведучі, і телеканал. Давайте подивимось, що вона підготувала цього разу.